Все смешалось. Врачи, пациенты, актеры. В Ивантеевской ЦГБ несколько дней подряд проходили съемки сериала «Склифосовский». Снимали третий сезон, 17-ю серию. Главную роль играет актер Максим Аверин, известный по фильму «Глухарь». Увидеть серию о рабочих буднях врачей НИИ имени Склифосовского, действия которой сняты в стенах терапевтического отделения нашей ЦГБ, можно будет уже этой весной.